Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Мы 20 лет назад, это то есть молодой Дрейк, и глава называется «Работа на втором этаже». В общем, наша задача проникнуть в музей и выкрасть оттуда кольцо, достояние, так сказать, семьи Дрейков. Это 16 века, серебряное колечко с надписью, с какой-то... Которое будет это кольцо уже потом постоянно у Дрейка на шее. Показали открытое окно. И мне надо разобраться и найти это окно. Пока что бежим по крыше. Ну-ка, смотрись. А, вот, я на месте. Вон и окно, кстати, вон оно открыто. Всего лишь надо прыгать. Ай, куда ты? Ладно, хоть цепанулся. Пронесло. Пронесло еще как. Так. О, можно еще что-то забрать. Ну-ка глянем. Серебряный медальон из Чиму. Погоди, может еще какое есть сокровище? Давай пройдемся. Мы же все-таки в музее. Во, еще есть. Монета 17 века. Что, просто на полу валялась? Вот тебе так история. Да, сокровища на полу просто валяются в музее. Давай еще что-нибудь найдем. Ну все, походу, больше нету. Ладно, время терять не будем. Открываем витрину. Вот оно, колечко это. И ключ Салли для нас, так сказать, сделал, который мы сперли у него. Не, ну он-то мог бумажники посмотреть. Да он, мне кажется, пропалил, что уже ключа нету там. Сейчас он придет, наверное. Сейчас, мне, похоже, не поздоровится. Так, а это что за реликвия? Может, туда кольцо можно вставить? Ну-ка, попробуй. Оп, как раз же подходит. Ничего себе там закрутилось все. Эх, пацан. О, Виктор, посмотри. Тот самый грязный щенок, что увел твой бумажник. Ха-ха. У тебя нет шансов, сынок. Давай сюда. Ну? Плохо дело, да. Какое кольцо? Нет кольца. Опа, фокус, видела? Какое? Ты чё, блин? Кем ты себя возомнил? Пацана бить решила, что ли? Жалкий, немытый попрошайка. Ты не достоин касаться этого. Кэтрин, ты в своем уме? Он ребенок. Взять его. Бежим. Главное, кольцо у нас, все. Поймать мальчишку. Куда? Ну, все. Ай, все. Отвали, не поймать так мальчишку. Значит, надо было наверх. Ну все. Кольцо по крыше. У него. По крыше мы быстрее уйдем. Вон окно открытое, быстрее лезь. Ну давай, куда ты зацепился, ё-моё. Прыгай. Выноси дверь. Ну, все. Наверх. Хочет уйти по крыше. Ну, а как ты думал-то, блин? Самый лучший вариант. Смотри по крыше. Его. Куда? Здесь что? Ай, вылазь. Цель! Ну, давай, отпусти нафиг меня, ты чё? Пусти! Вот засада. Вот тебе и все, вы там оставайтесь, я пошел. Ой. А куда мне да валить-то кто тогда? Кто они такие? Опачки. А да ну иди нафиг. Сюда, щенок. Меня не поймать вам. Куда? Куда дальше-то? На балкон. На крышу как? Стоп, ладно, здесь перепрыгнем. А, вот здесь ящик, нормально можно подтянуться. Там, по-моему, сзади уже кто-то. Пора его пристрелить. Они что, ай, стреляют? Вы что, дурачки, что ли, стрелять по мне? Куда? Куда дальше-то? Ай. Попался, мерзавец. Не туда. А ну иди сюда, щенок. Так, ладно, будем пробовать другую сторону.
Да отвали, а! Не выйдет, щенок! Сам ты щенок, блин! Пёс, блин! Иди сюда, щенок! Нефиг за мной бегать! Чё вам это кольцо сдалось? Чё, у вас там сокровищ мало, что ли? Давай сюда быстрее, на ящик! На ящик, так, там стоит. Надо на крышу, но мне кажется, туда надо куда-то тоже. Они что, стреляют? Стреляют, братан, стреляют. Давай сюда. Куда-то может... А, вот, все, я увидел куда. Вот здесь будем прыгать. Ай, крыша падает. И это сейчас упадет, давай дальше. Совсем какие-то козырьки странные у них, а? Что он за дома, блин, побежал. Какие строители? Куда дальше? А, вот сюда, наверное. Ну-ка, прыгай. Ой-ой-ой, отвали. А как? А, Салли, молодец, уходи, парень, прикинь. Он мне еще и помогает. Красавчик, а. Он мне всегда помогает. Да иди нафиг. Куда только... Что-то я не туда прыгнул. Так, а куда здесь... А, вот наверх можно. Залезай наверх, что стоит? Ну все. Да пошел ты, а. Сдался вам маленький пацан, а? Сюда. Прыжок. Ой-ой-ой, держись. Нифига себе, чуть не переломался. Вау, балкон, спаси меня. Черт. Быстрее. Куда, налево, направо, что там? Извините, простите. Да, простите, извините. Прошу прощения. Стоп. Куда бежим? Иди нафиг. Поспи маленько, там кровать есть. Куда? Куда? Давай сюда. А, не туда. Да стой ты! Так, ладно, через кровать. А, вот здесь еще можно бежать. Вон Салли, кстати, бежит. А я наверх пошел. Салли, молодец, со мной. Прыгаем. Ну! Ай, там, о, он сейчас не выдержит его. Есть. Пронесло. Ух ты. Куда? Не туда. Подожди, затупил, не туда куда-то. Пойдешь со мной. Да отвали ты, а. Вон, значит, куда-то прямо, вот здесь, между этими банками, склянками, вот сюда, да, наверх, быстрее, куда-нибудь залезь повыше от них. Попался! Иди нафиг. Ничего не попался. Ой-ой-ой, ушел, чувак. А нефиг, потому что за мной гоняться. И кто у нас тут? Это что, Джеймс Бонд? Не ушибся. Салли, спаси его, пожалуйста, а. Не надо бояться. Какие-то очки у него непонятные, круглые. Закрой глаза. Больно не будет. Полностью закрытый, как будто, а. Опа, очки, Салли, видели, как сделал? Салли, спасибо. Так, не стреляй в Салли-то, чё? Убери пушку. Пошли. Не бойся, парень. Спасибо тебе за спасение. Вот так началась история эта. Мы где? А, слушай, это тот бар, в котором мы дрались, наверное, в тот раз. Тут безопасно. Ешь. Ну ладно, раз не хочешь. Хочу, конечно, давай поедим. А себе что, ничего не взял? Что вам нужно? Хоть бы спасибо услышать. Между прочим, я спас твою шкуру. Спасибо. Что с этого вам? Ну, вы ведь вор, так? Ищите выгоду. Да уж, трудно, ребенок. Как попал на улицу? Нет уж, мистер. Извините, я вас не знаю. Легко исправить, Виктор Салливан. Теперь было бы вежливо представиться. Ладно. Скажи хоть, чем тебе приглянулось это кольцо? Оно мое, фамильное. Я просто его забрал.
Вот так. Фамильное кольцо Фрэнсиса Дрейка? Ну да. Не хочу тебя расстраивать, парень, но у Дрейка не было наследников. Никаких детей. Ну, от жены в Англии и правда не было. Умный малый. Дай взглянуть. Ну, брось, парень. Если бы я хотел его отнять, я давно бы это сделал. Ладно, на, посмотри маленько. Ну, обратно верни. Спасибо. Что написано? Парвис ма... Сик парвис магна. Значит, великое начинается с малого. Это его девиз. Да? Кольцо подарила ему королева Елизавета после того, как он вернулся из кругосветного плавания. Она посвятила его в рыцари. Этому ты явно не на улице обучился. Откуда такому пацану знать латынь? Ну, монашки заставили. А, то есть ты был в пансионе? Красивое название. Ладно. И что ты там затевал со своим кольцом и этой астролябией? Это вы скажите. Вы работаете на них. Ну, парень, клиент заказывает вещи, я достаю за деньги. Я не задаю вопросов. Просто работа. Такая милая дама. Что уж там. Наверняка я уже уволен. Ну ладно. Во-первых, это не астролябия. Это устройство для чтения шифров. Вот, глядите. Огибая земной шар, Дрейк шел через Ост-Индию и утверждал, что 6 месяцев шел отсюда до сюда. Ну и что? Такого не может быть. У хорошего моряка этот путь занял бы от силы месяц. Он явно что-то скрывал. Что-то важное. Например? Например, тайное задание Ее Величества. Что-то они и делали по пути просто, и все. Из награбленных несметных сокровищ. Вот. Ты думаешь? Уверен. И это твое устройство как-то с этим связано? Я вам зуб даю. И теперь оно у Марлоу. Оно бесполезно, без ключа. Патовая ситуация. Пока да. Ты не сказал, как тебя зовут. А вы не сказали, что вам от меня нужно. Ладно. Слушай, ты самородок, но надо учиться. Оставайся со мной, и я тебя обучу. Спасибо. Мне и одному живется неплохо. Не надо отказываться. Да уж. Салли хороший чувак. Давай-ка попробуем. Давай еще разок. Друзья зовут меня Салли. Натан Дрейк. Нейт. Дрейк, да? Ну ладно. У нас с тобой большое будущее. Нейтан Дрейк. Далеко пойдем. Ну да, далеко пошли. Короче, не знаю, кто нас спасет в этот раз. Ну, этот громила взял нас и пристрелил просто. Уехали. Но, парни... нифига себе, Чарли. Ты бы хоть глушитель поставил. Салли, а как же спецэффекты? Как же спецэффекты, а? Разыграли, нифига себе, молодцы. Здесь вот-вот будет полиция. Спецэффекты. Бить можно было и полегче, Чарли. Да я тебя легонько стукнул. Дубовой башкой. Ну ладно, признаю, немного увлекся. Да уж. Сам просил, чтобы все было натурально. Натурально получилось. Так, красотка, они на подходе. Не упусти. Уловка сработала. Вот и колечко. Как думаешь, быстро они распознают фальшивку? Да, неважно. Главное, мы их выкурили. И теперь найдем их дыру. В твоих устах самая невинная фраза звучит нужно, правда? Пошли уже. Шевелись, Нейт. Пошли. Но это будем в следующей серии играть, ребята. В нору называется. Все, всем удачи, спасибо за просмотр. Всем пока.